В Лембияхе строят 3 новых детских площадки. Их возводят в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». У жителей была возможность высказать свое мнение, что именно следует благоустроить на территории района. Большинство проголосовало за игровые комплексы, так что скоро у детворы появятся новые горки, качели и спортивные тренажеры. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Население отдаленного района – 3000 человек. Примерно четверть из них – дети. Когда встал вопрос, какие работы по благоустройству проводить здесь в первую очередь, жители, не задумываясь, выбрали детские площадки. Было решено реконструировать сразу 3 городка. Было проведено голосование. Жители очень серьезно к этому отнеслись. И больше половины населения проголосовало за строительство именно детских площадок новых. На этом месте была детская площадка, она полностью демонтирована. И как вы видите, на данном этапе площадка заасфальтирована. И сейчас ждем малые архитектурные формы. Строители говорят, у детей будет новое футбольное поле, баскетбольная площадка. Для малышей горки и качели, для родителей лавочки. Поверх асфальта еще уложат слой резиновой крошки, чтобы было меньше ушибов на детских коленках. Отдельная площадка будет с тренажерами, турники, лабиринты, там, брусья, ну, прочие такие детские игровые элементы. Все как бы из заводского изготовления, сертифицировано, то есть долговечно будет. Будем надеяться, что будет долго стоять. Игровые элементы все пришли, уже все распаковано, разобрано, то есть готово к отгрузке. В ожидании игровых элементов роллеры и велосипедисты уже испытывают новое асфальтовое покрытие. Рассказывают, особенно многолюдно на площадках бывает вечером. Музыку тут слушают на скейтбордах, катаются на гироскутерах, на велосипедах. Мяч тут гоняет. Вы тоже выходите? Ну да. По графику завершить реконструкцию детских площадок строители должны до 20 августа. Говорят, если и задержат сроки, то только на пару дней. Понимают ответственность за их работу и наблюдают все жители района. Горочки, карусельки, качельки обычные. Детки растут, развиваются. Это место столько должно быть, чтобы и родители могли с колясками погулять. Время немного там проводят. Ну, то есть это необходимо. Мы все детство так проводили. Как без детских площадок? Осознав, что вместе они с силой, жители Лембияхи уже выбрали 3 двора, где в следующем году проведут реконструкцию. Скоро вынесут на голосование вопрос, как должны выглядеть благоустроенные территории. Елена Куликова, Людмила Завгородняя, Гарник Маргарян, служба новостей «Импульс».